всю неделю будем в Бенуччи. Ну что, заработала наконец эта штука? Нет. Иногда мне хочется оставить ее как есть. Знаешь, он бы тобой гордился. Тобой и тем, что ты сделал. Что я начал войну? Войну начал Дон Джакомо. Против нас, против пираты. Кто-то должен был его остановить. Например, Петруццо. Или ты. Что-то я не помню, должен он тут быть или нет. Так, ну я тут прокачал. Остается команда подрывников выучить у него. Ну и остальных в последнюю очередь прокачиваю. Так, если не ошибаюсь, здесь на пустоши у нас герой новый появится. Давайте. Враг укрепил позиции в пустоши. Возможно, нам зараза. Следует атаковать более слабую цель, например, Монталагона. Оружие пустоши. В этом районе находится крепость Лорда Рока. Открытые горные работы превратили поверхность в пустошь, однако под ней все еще находятся богатые залежи тимония. В этой битве примет участие полководец Лорда Рока. Эта армия получает подкрепление из Ранкони. Готовьтесь к встрече с вражеским лидером его армии. Этот город-государство похож на пустошь, но на самом деле очень богат от ресурсов. А лорд Рокко следит за тем, чтобы все богатства пустоши шли прямиком в казну Дожа. Этот город известен своим мощным промышленным комплексом. Люди Карлини сообщают, что здесь идет небольшое, но упорное восстание. Лидер повстанцев – изобретатель по имени Деструцио. Никогда раньше не слышал об этом Деструцио, но, похоже, цель у нас общая. Надо разыскать его и заключить союз. Thank you.
Деструцио выставил против Рокко все свои силы. Но этого оказалось недостаточно. Похоже, у изобретателя кончились идеи. Если мы поможем Деструцио освободиться от правления Рокко, он наверняка поможет нам справиться с Дожем. Я не могу упустить шанс поработать вместе с великим мианским изобретателем. Разумеется, я к вам присоединюсь. Ваше дело важнее, чем все, чем я занимаюсь здесь. Да, противная карта.
разведка сообщает, что в этом лабиринте развалин есть кондотьерские аванпосты. Если сумеем взять их, это поможет во время наступления.
почему-то, когда прохожу кампанию, всегда хочется прям до конца все вот все исследования, все открыть, армию настроить, там, всех героев поназывать и как бы завершить так, не ломиться сразу на пролом, не стараться выполнить побыстрее цель кампании, а именно развить и потом уже мощными силами там ударить.
Мы победили! Добавлю новый герой. Деструцию. Теперь этот герой доступен для будущих сценариев. Деструцию – природный талант в технике, однако он очень неуравновешен, так что временами находиться с ним рядом бывает опасно. Герой Винчи пользуется специальным танком, оснащенным дальнобойной пушкой. Получаете в придачу Зика, который переходит на новые уровни вместе с Деструцио. Даст 10 тимония за каждый уровень. Столица захвачена. Мы захватили столицу Лордрока. Планом Дожа нанесен сокрушительный удар. Наши войска увеличились, к нам присоединились еще и Винчи. Тут обычно напрямую как бы к этой столице нужно идти, то есть сюда, Монталагуна, потом Карбонил и сюда. Вот эти локации Селе, Мальдине, Карбонил, там просто бои будут без сценария. Лес Умберто тоже бой, замок там сценарий. Здесь Монталагуна тоже сценарий. Так, Феллиния, это у нас тоже сценарий, там столица. Ну и здесь две локации. Дирси, там тюрьма, здесь сценарий и здесь финал первой части.